Вітаю в прямому ефірі студія «Репортер». Мене звуть Костянтин Гречанин. Сьогодні будемо говорити про резонансне рішення позачергової сесії Одеської міської ради. В Одесі незабаром має з'явитися, ну як незабаром, за декілька років, напевно, з'явитися новий сучасний спорткомплекс, який має стати альтернативою існуючому палацу спорту на проспекті Шевченка. Його мають побудувати за кошти переважно державного бюджету. Субвенція складе 90% від суми будівництва, яка орієнтовно, в свою чергу, складе десь 480 мільйонів. Ще 10% буде виділено із міського бюджету. Власне, з цим пов'язаний отакий поспіх, який був ініційований керівництвом міста. Вчора був позачерговий виконком. Сьогодні, як я вже сказав, позачергова сесія, на якій, до речі, оцей проєкт рішення, єдиний, який виносився, він достатньо неоднозначно сприймався. Було багато критики з боку депутатів. І от сьогодні ми поспілкуємося з представниками різних фракцій. Олександр Шеремет, «Довіряю ділам». Вітаю вас. Здравствуйте. Анна Позднякова, голова фракції «Самопоміч», але вже не представник партії «Самопоміч». Вітаю вас, Анна. Добрий день. Володимир Корнієнко, «Українська морська партія». Здравствуйте. Давайте от почнемо з того. Вулиця – центральний аеропорт. Фактично от межа міста. Недалеко від межі міста. Чи розглядалися інші локації розташування нового палацу спорту? І якщо розглядалися, то чому саме пріоритет був от там, де і зараз фактично прийнято рішення? Кто готов? Так, будь ласка. Вы начали с того, что сегодня была резонансная сессия. Я надеюсь, что вы имели в виду резонансно в хорошем смысле этого слова, потому что у нас действительно есть... Резонанса хучна, тобто. Великолепный шанс сегодня получить субвенцию, помощь от государства для строительства уникального на сегодняшний день спортивного комплекса, многофункционального, современного, отвечающего всем европейским стандартам. Поэтому это большая возможность, и я как депутат ухватился за эту возможность и поддержал этот проект, поэтому в дальнейшем можете ориентироваться на мою такую позицию. Относительно мест, которые были, рассматривались на заседаниях соответствующей группы, рассматривалось несколько мест. Поля Орошения, парк Савицкого, стадион «Спартак» и Лузановка. И последний, одна из локаций, это как раз улица Центральный аэропорт напротив главного входа нового терминала. По каждому из перечисленных объектов были определенные нюансы. Стадион «Спартак». Центр города. Данный стадион должен иметь наличие порядка 3000 посадочных мест, что означает не менее 1000 парковочных мест, а может быть даже и 1500 парковочных мест. Мы понимаем, что это транспортный коллапс, трафик и так далее. Поэтому этот вопрос нахождения такой махины, громадины в центре города был исключен. Лузановка. Зараз стадион «Спартак» вмещает, насколько я знаю, понад 5000 мест. Нет, вы знаете, когда проходят какие-то мероприятия, причем там провести спортивное мероприятие олимпийского уровня, вы понимаете, какое количество машин приедет. Мы сейчас что там проводим? Соревнования по регби – это самые масштабные соревнования. Какой-то футбол местного уровня – да. Но все футбол даже у нас сегодня на стадионе «Черноморец» проходит. Вы видели, какое количество людей. Весь парк Шевченко и все окраины, и улица Канатная, и Морозливская – все стоит в машинах и так далее. Вы хотите, чтобы возле этого «Палладиума» «Спартака» там все просто будет забито до французского бульвара, я думаю, до конца. Поэтому это даже не абсолютно обсуждается, это исключено. Относительно Лузановки, там выявили о том, что близость к морю и подпочвенные воды, сваи вбить, там будут проблемы технические. С парком, с полями и орошениями приблизительно такая же ситуация, плюс еще удаленность от центра города. С парком Савицкого зеленых насаждений гораздо больше, чем на том, в той локации, которая сейчас была выбрана, определена в центральном аэропорте. Кроме того, там есть стадион «Локомотив», который находится на балансе государственном. Поэтому все эти нюансы, которые сыграли не в пользу выбора того места, а в пользу конкретно аэропортовского сквера, аэропортовского. Поэтому могу заметить сейчас, извините, пожалуйста, коллеги, что как раз близость с аэропортом – это европейская практика, когда такие стадионы, такие дворцы спорта выносятся за границы города или на границы города, и должно быть в непосредственной близости от транспортно-инфраструктурных объектов. Это как аэропорт. Поэтому вот такое место было определено. Мы вот помним стадион у Львове, який під Євро будували, теж фактично за межею міста, наскільки я пам'ятаю, там теж в районі аеропорту. Хоча є різні
різні практики, і в кожного міста своя історія. Ганно, чи голосували ви, власне, за цей проєкт, і чи вважаєте, що це дійсно те місце, яке має бути для такого спорткомплексу? Ну, начну с самого начала. Городу нужен современный дворец спорта. Вопрос, как всегда, в том, каким образом, за чей счет, да, и суть этого проекта. Отвечу сразу прямо на ваш вопрос. Я воздержалась от голосования и объясню свою позицию. Все достаточно просто. Вот сегодня мы говорим о знаете, все вопросы, вот мы уже, исходя из опыта своей депутатской деятельности в этом созыве, могу вам сказать с уверенностью, что ни один вопрос, который был вынесен вот в такой спешке на внеочередную сессию, не обошелся без открытия уголовного дела. То есть вопросы, которые не проработаны, которые выносятся в попыхах, которые имеют, знаете, массу замечаний, они вызывают недоверие. И это обоснованное недоверие, потому что у нас есть печальный опыт, к сожалению, предыдущих лет. Поэтому действительно много вопросов. Вот вы правильно сами заметили, что стадион «Спартак» на сегодняшний день – это 5000 посадочных мест. Возможно, стоило бы на 3000 мест поставить там этот стадион на месте «Спартака», а там, где предлагают сегодня городской совет напротив центрального аэропорта, разместить куда более вместительный и современный стадион. Потому что, опять-таки, с какой целью нам нужен… Два стадиона. Так вот в том-то и дело, с какой целью нам в принципе нужен этот стадион? Да? Если только для спорта, это один вопрос. Если мы говорим о том, как это может быть альтернативная концертная площадка, то, допустим, для того же участия в Евровидении нам нужен стадион на 10 тысяч, 7 или 10, ну то есть гораздо больше вместимостью, чем то, что мы собираемся построить. То есть какой будет функционал, какие задачи, а самое главное другое. Это, безусловно, отличная идея взять средства государственного бюджета. И я, как знаете, депутат городского совета, всегда приветствую любые субвенции из госбюджета в местный бюджет, потому что средств на местах их всегда не хватает, даже с учетом децентрализации. А вопрос только в том, что в нынешней политической обстановке, с учетом смены там, перехода власти к новому президенту, развала коалиции сегодняшнего, о грядущем переформатировании, в принципе, и кабинета министров, придут ли эти деньги? Это самый главный вопрос. То есть говорить о победе пока что преждевременно. Второй вопрос. Не получится ли так, что мы сейчас потратим деньги на проект, начнем этот проект, да, потратим там какие-то свои первоначальные средства, предусмотренные на это, и получим долгострой на несколько лет? К сожалению, в Украине нет преемственности власти, и это продолжит новый кабинет министров политику старого или не продолжит. На сегодняшний день в Украине это загадка. У нас нет, к сожалению, вот политики, да, там продолжения той политики, которая была там, как бы говорится, там в предыдущем созыве. Поэтому очень много таких вот нюансов, подводных камней, но тем не менее, действительно, городу нужен стадион, нужен этот объект. Вопрос только в том, что если он нужен, то нужно было говорить об этом заранее, нужно было детально подавать эту информацию, и тогда бы у депутатского корпуса было гораздо меньше вопросов, чем звучало вчера на исполкоме, на согласительном совете и сегодня, в конце концов, на сессии. Тільки один момент, давайте розрізняти все-таки стадіон і отакий універсальний спорткомплекс, тому що у нас є дійсно стадіон, є палац спорту, який став фактично ледовою ареною, а цей все-таки спорткомплекс покликаний там приймати волейбол, гандбол, такі більш командні. Ну, сьогодні мер говорила о виступленнях і о концертах, то есть, а також концертний майданчик, так, але це не буде точно стадіоном. Тільки дуже коротко. Річ йде про многофункціональному стадіоні, точніше, спортивному комплексі, який буде иметь 3 этажа. Самая высокая точка будет не выше крыши нового терминала, это первое. На первом этаже будет как раз большой зал, на втором этаже спортивный зал для там силовых каких-то вещей. На третьем этаже будет, насколько понял, актовый зал и тоже там небольшая площадка. Относительно того, что мы сегодня делали, мы всего лишь давали согласие на разработку проектной документации по отводу земельного участка. То есть мы сегодня пока еще ничего не сделали. Мы сегодня боремся за возможность получения той субвенции, о которой сегодня говорила моя коллега, в размере, в пропорции 90% против 10%, которую должен внести
вести городской совет. Относительно того, будет ли преемственность власти, я тоже согласен, практика показывает, что преемственности, как правило, нет, но мы все-таки должны побороться за такую возможность. Мы упустили Евро-2012, упустили Евробаскет-2015, поэтому будем бороться. Мы надеемся на то, что от Одесской области будет сформировано одесское лобби в парламенте, которое будет как раз и дожимать, и продавливать этот вопрос в случае, если произойдет какой-то сбой. А на сегодняшний день в парламенте мне интересно, чье лобби, не одесское? Ну, вы знаете, что есть ряд депутатов, но их недостаточно для того, чтобы представлять такую мощную коалицию. Было створено групу за Одесу, такого, хоча вона не була дуже функціональна в часи, коли був депутатом там Едуард Гурвіц, Ігор Марков і там різні депутати від партії регіонів. На жаль, вона не була надто функціональною. Я думаю, Олександр має на увазі якраз от певну організовану групу, яка буде лобіювати інтереси Одеси. Володимире, ви сьогодні висловили достатньо багато критики саме з приводу місця цього. Чому, на вашу думку, це не те місце, де має бути спортивна вулиця? Я соглашусь з колегами. Дворец спорту Одесі нужен. Это действительно важно. И это мой родной район, в котором сейчас планируется размещаться дворец спорта. Это район, в котором я вырос. Я там учился в школе в 31-й. У меня там прошло детство. Я на сегодняшний день тоже там проживаю. Поэтому этот сквер, он мне родной. Ранее вся эта территория еще в 2000-х годах назывался парк Ульяновский. Сейчас это лесопарк Аэропортовский. И он занимал порядка 70 гектаров. Если мы подымем документы еще 90-х годов, он занимал порядка 70 гектаров. Потом там построились ряд коммерческих объектов, рестораны. На последней сессии данная территория была немножко, она ушла в правую сторону, и мы, депутаты городского совета, проголосовали за внесение ее в зону ПЗФ. Действительно, там редкие породы деревьев, более 50 тысяч деревьев посажено, причем достаточно редкие. Там хорошая дубовая роща, березовая роща, там отдыхают все местные населения. Тобто, чтобы глядач разумів, зона парку де юре зараз відрізняється від зони озеленення, правильно? Да, совершенно верно. И что я хочу сказать, на сегодняшний день... Вообще, эта территория была построена как шумозащитная полоса для ближайших домов, которые там находятся. Там улицы Центральный аэропорт, улицы Щерса, плюс это зеленые легкие этого района. По поводу также транспортной развязки, находится недалеко 7-й километр. Тот, кто там проживает и ездит, видит, насколько загружен Ивановский путепровод. Также большой транспортный поток идет 7-го километра. Строится 7-е небо. Дороги там на самом деле перегружены. Без развитой дорожной инфраструктуры строить такие объекты неправильно. Помимо этого, на прилегающей территории находится ряд стратегических объектов, о которых я вчера говорил на исполкоме. Там находится бомбоубежище. Но сегодня сказали, что бомбоубежище не будет входить в пятно застройки. Но оно там есть рядом. То есть, как бы, я думаю, что такой вопрос требует определенных согласований с Министерством обороны. Далее, это так называемая лесополоса Аэропортовская в свое время, она также предусматривалась, я вчера разговаривал с инженерами, как зона при аварийной посадке самолета. На эту территорию должны были сбрасывать топливо, для того, чтобы в случае падения, не дай бог, самолета, посадка была более безопасной, снизить риски. То есть, не зря это все строили наши старшие товарищи, и они предусматривали все эти моменты. Конечно же, как человеку, который проживает в том районе, я вчера общался с многими соседями, и вчера разместил пост в социальных сетях. Все, ну, единицы, кто, конечно же, говорил о том, что действительно было бы неплохо там разместить. Больше основная масса, конечно же, выступает против. По данному вопросу сегодня... Вы сегодня, до речи, поднимали питання громадських слухань. Я воздержался, конечно. Очень плохо такие вопросы поднимать в попыхах. Ведь вопрос рассматривался в марте. Почему об этом не говорили депутатам городского совета? Там, вот, наши фракции, на фракции не обсуждали, мы не знали. Еще в тот момент, когда мы... Комиссия, сьогодні Павло Вугельман, заступник міського голови, пояснив, що комісія засідала тільки 13 травня. Это не комиссия в Верховной Раде, межфракционная парламентская комиссия, да. То есть, но сегодня же также звучали тезисы о том, что проект этот готовился городом еще там год назад. Но почему-то депутатский корпус об этом не в курсе. Да, наш представитель фракции не в курсе.
входят в эту рабочую комиссию? Речь идет о комиссии постоянно действующей, которая на сегодняшний день работает в стенах городского совета, на которой рассматривали на протяжении там, последнего года в том числе вопросы благоустройства разных парков, скверов, роллер-дрома, скейт-дрома и так далее. В том числе один из вопросов был поиск локации для размещения данного объекта. А чему коллеги не в курсе тоді ваші? Это постоянная комиссия, на которую... Это не депутатская комиссия. Угу. Ну, то есть проинформировать другие фракции, это вы уважаете, комиссия. Это комиссия, которая состоит одни чиновники. Ну, все-таки депутатский корпус потребно было проинформировать? Ну, к сожалению, практика нашего городского совета показывает, что не всегда депутатский корпус информирует заранее. Угу. Зачастую, знаете, предлагают депутатам отвести роль статистов, которые по мановению там, волшебной палочки принимают любое решение. Совершенно верно. И я хочу сказать, что данный вопрос не прошел профильную комиссию по вопросу строительства, что данный вопрос не прошел комиссию по вопросам спорта, также не прошел комиссию по вопросам законности, в которой мы состоим с Анной. Поэтому сегодняшний такой диалог на сессии возник именно из-за того, что депутаты были не особо информированы. То есть, если бы этот вопрос хорошо проработался, мы бы, конечно, бы, возможно, обсудили бы это со своими избирателями, обсудили этот вопрос на своих фракциях. І большую часть таких вопросів би на сесії сняли. Ну, давайте дамо можливість Олександру відповісти. От два питання. Так? Чому не прийшли профільні комісії, те, що каже Володимир, і, власне, врізка в зелену зону? Чи буде там багато знищено зелених насаджень, чи буде місто якось висаджувати нові насадження? Относительно комиссии. Профильная комиссия по строительству, в которой я являюсь членом комиссии, не должно проходить, потому что сегодня мы рассматривали вопрос о даче сгоды на разработку землестроительной документации. То есть это, если проходить, то земельную комиссию, вопрос по законности я согласен. Я на самом деле согласен с негодованием моих коллег, которые, как казалось, ну, были в неведении, но ситуация в чем уникальная? В том, что этот вопрос действительно, скажу честно, я знал об этом вопросе, то есть я думал, что он будет в подвешенном состоянии и не рассчитывал на такое резкое, быстрое решение со стороны Кабмина, которое пригласило 13 числа, пригласило официальным письмом, 14 числа профильный вице-мэр господин Вугельман был на месте в Киеве, причем практически в тот день, когда родилась у него дочь, он улетел, потому что важный вопрос для города. Ему дали 5 дней для того, чтобы он собрал соответствующие документы для того, чтобы в дальнейшем они прошли процедуру рассмотрения по вопросу выделения денег по субвенции. Поэтому на сегодняшний день нам нужно было ответить на два вопроса как минимум. Это дать ответ о том, что готовы ли мы предоставить земельный участок. Мы сегодня на сессии принимали такое решение. И вопрос проектно-кошторисной документации, который будет в ближайшие дни, я думаю, быстренько верстаться для того, чтобы подать в ближайшие 5 дней, а потом уже довозить эти документы. Мы сегодня проголосовали не за выделение денег. Правильно сегодня сказала Анна. Это не факт, что нам выделят эти деньги. Это еще не факт, что министр наложит свою резолюцию положительную на выделение этих денег. Это не факт, что тогда, когда нужно будет подписать, он уже еще будет министром. То есть мы сегодня пробуем относительно тезисов моего коллеги. Там речь идет, наверное, о сквере Ульянова, который находится Качалово, Полтавская профсоюзная. Потому что так получилось. У нас парадокс сегодня. Рядом со мной сидит и мой коллега-депутат, и в то же время мой избиратель, потому что господин Корниенко Владимир живет на моем избирательном округе. Поэтому, конечно же, я как депутат должен прислушиваться, слушать и опираться на мнение людей. Поэтому речь шла о сквере аэропортовском, который мы на предыдущей сессии определили границы. Тоже долгое время работал для того, чтобы эти границы были. А там, где будет строиться этот объект, он находится за парком, лесопарком аэропортовским. Это буферная зона. А вы врезаете в зеленую зону. Еще раз. Это буферная зона, которая проходит параллельно с глиссадной линией, с линии глиссадной посадки. Это так называемая траектория взлета и посадки. Поэтому относительно зеленой зоны. По спутнику видно было, и вот Владимир выкладывал эту фотографию, я все-таки экспликацию сделал немножко по-другому, там порядка 60% находится территории без зеленых насаждений. 40% есть, я это подтверждаю, то, что я видел со спутника. Но по проекту, который мы видели сегодня на сессии городского совета, там будет зеленое насаждение. То есть порядка 20% зеленых насаждений из существующих сохраняют, а точнее из 100. У нас 60 нет, 40 остается. Вот из этих 40 половина планируют сохранить.
20, если они пойдут под вырубку. Там десятки дырок. Да, но я рекомендую, и сегодня было сказано на сессии, и об этом все-таки руководство города понимает, есть два пути развития этого события. Или же досадить деревья рядом, или же компенсаторную высадку в ближайших скверах, парках или в центре города и так далее. Это решается. Сегодня у нас молча под покровом ночи вырубается десятки деревьев в городе. Здесь официально выходит с таким проектом. Но если говорить о парке Савицкого, там нужно было бы сотни деревьев вырубить. Ну, зрозуміло, але все-таки ми пам'ятаємо озеленення склону на там, де кільце 5-го трамваю зробили, що спочатку саженці не приживуться, потім не сезон, і так фактично озеленення і не відбулося як такого. Ганно, чи вдасться зберегти зелену зону, якщо там знищить частину зеленої зони? Ви вірите, що будуть висаджені поруч зелені насадження? Ну, знаете, это как в том анекдоте, либо встретим, либо нет. Нет ничего невозможного. То есть при желании, при четком настрое зеленую зону достаточно просто возобновить. Вопрос только в том, что вот я вижу, Александр глубоко, ну, хорошо проинформирован там об этом проекте, я так понимаю, участвует в заседании этой рабочей группы. Хотелось бы все-таки, чтобы прислушались, во-первых, к тем замечаниям, которые звучали сегодня на сессии. Во-первых, о том, чтобы сохранить, по возможности возобновить, высадить новые зеленые, да, там, деревья на этом месте. Во-вторых, сегодня звучала критика, вот в СМИ я читала и в соцсетях, критика урбанистов и архитекторов нашего города, которые раскритиковали именно эскизный проект, сам внешний вид и функциональность этого комплекса. То есть я очень надеюсь, что этот эскизный проект, если и будет все-таки этап реализации этого проекта, эскизный проект будет доработан с учетом все-таки замечаний, там, с учетом технологий 21 века и, наверное, каких-то урбанистических решений. И самое главное, что бы мне хотелось отметить, это то, что такие проекты, если исполнительные органы городского совета разрабатывают столь действительно важные, масштабные проекты для нашего города, они все-таки должны разрабатываться публично, а не доставаться из-под полы в нужный момент. Потому что момент действительно сегодня важный и нужный, мы можем получить эту субвенцию, но натыкаются исполнители на недоверие депутатского корпуса, и недоверие это обосновано, к сожалению. У нас ще є один момент. Ми, в принципі, почули позиції з приводу проєкту, з приводу локації, з приводу озеленення. Трохи хайпу. Те, що сьогодні відбувалося на сесії, чому сесія, я почав з того, що вона гучна. От міський голова надзвичайно часто переходив на особистості. От давайте просто послухаємо декілька моментів, які він казав депутатам. Советував Корнієнко спортом зайнятися. Судя по вам, це не вид. Если бы занимались спортом и любили спорт, вы бы немножко по-другому рассуждали. Тем более, еще раз говорю, действительно, год работала группа и как бы не воспользовалась наработками, которые были уже в городе. Ну, это риторический вопрос, спасибо. Плохо работали, Александр Витальевич. Ваши наработки оказались не нужны. Для того, для такой швидкости, знаете, кручу-верчу, запутать хочу. Вчера мы бачили... Это вы росли в такой среде, поэтому у вас это наследственное такое. Можливо. А мы не в такой среде росли. Ну, от почули, було ще декілька моментів, власне, із Ольгою Квасницькою, із Вадимом Терещуком. Це ми просто все не можемо дати через брак часу. Чи дійсно от це є така європейська практика спілкування в місцевому парламенті, да, з переходом на особистості до депутатів? На вашу думку, в режимі бліц, буквально 30-40 секунд закінчується час. Ну, там були репліки, які були адресовані мені непосредственно. Ну, ми почули так. Да, я так розумію, що меру, мабуть, нашому городському голові не совсем нравится, когда депутаты выступают, они просто нажимают кнопки. Если так дальше пойдет, я смотрю, думаю, что может и на фене перейти. Поэтому, что я могу сказать? Нужно всегда держать себя в руках. Все-таки статус городского головы не должен позволять себе так неэтично относиться к депутатам. Вне зависимости, какие фракции. Вне зависимости... Какие вопросы задают депутаты? Депутаты – это представители, которых выбрали на выборах, им дали доверие жители, одесситы, и оскорбляя депутата, непосредственно оскорбляются те люди, за которые голосовали и доверили право голоса на сессии данному человеку. Я очень люблю спорт, занимаюсь боксом, и вот у нас запланирован в ближайшее время турнир по боксу «Дебют», который мы планируем провести и в Приморском, и в Малиновском районе. Поэтому мы работаем над тем, чтобы спорт развивать в наших избирательных округах.
Ну, хотелось бы, чтобы не манипулировали при выключенном микрофоне вот такими вот фразами, тезисами. Ганну. Не знаю даже, что здесь прокомментировать. Давайте, я думаю, зрители, во-первых, сами сделают выводы. Это очень красноречивая нарезка, которую вы показали. Я думаю, каждый сделает для себя вывод об уровне политической дискуссии в стенах городского совета. И, на мой взгляд, здесь даже не важно, как оппонент относится и как он обращается к тебе. Важно то, как ты себя ведешь в этой ситуации. Прежде всего, важно сохранять чувство собственного достоинства. И чем, знаете, когда ты отвечаешь с уважением на вот подобные там какие-то хамские реплики, это всегда выбивает оппонента из колеи. Поэтому я же советую коллегам сохранять все-таки хладнокровие, чувство собственного достоинства и с оптимизмом смотреть в завтрашний день. Александр. Ну, я считаю мэра достаточно неординарным, незаурядным человеком, и он обладает таким своеобразным, уникальным чувством юмора. Можно относиться к этому. Эмоции было, чи це такий дружній підкол? Ну, що це було? Мы, наверное, привыкли к этому, я имею в виду фракция «Доверяй делам», потому что мы действительно так общаемся, шутим. То есть, ну вот, единственное, наверное, мэр просто решил, что представитель вот партии, партии «Морской партии» вошел в нашу фракцию и общался как со своим. Угу. Я вам щиро дякую за цікаву дискусію. Дякую, що прояснили багато от, власне, тонкощів цього проєкту закону, резонансного проєкту закону. Ще раз підкреслюю, проєкту рішення, звісно, який було сьогодні прийнято. Олександр Шеремет, Ганна Познякова, Володимир Корнієнко. Дякую. Спасибо. Мене звуть Костянтин Гречаний. Ми працювали в прямому ефірі. Не перемикайтеся. За 5 хвилин в цій студії Віталій Хемій продовжить тему. Буде цікаво.